Сотрудники библиотеки очень творчески подошли к организации мероприятия, как говорится, в духе творчества великого режиссера. Гости, посетившие праздник, смогли ближе познакомиться с творчеством Леонида Гайдая, а также смогли проникнуться тонкостями киноискусства и узнать множество интересных фактов из жизни. Мы приглашали, были дети. И сегодня у нас вот повторное уже для старшего поколения мероприятие по творчеству Гайдая. Сегодня мы расскажем о биографии Леонида Гайдая, вспомним его фильмы. Также у нас будут увлекательные конкурсы. Мы будем перевозить контрабанду, будем рисовать, как у Остапа Бендера, когда они устроились художниками на корабле сеятеля, и отгадывать фразы из кинофильмов. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Его комедии знают практически наизусть несколько поколений отечественных зрителей. А крылатые фразы из этих фильмов, похоже, никогда не устареют. Для тех, кто хочет поближе познакомиться с творчеством Леонида Гайдая, сотрудники библиотеки подготовили специальную выставку. Выставка есть в библиотеке, будет еще 2 недели она настоять. Там представлены слайды из фильмов Леонида Гайдая, и крылатые фразы есть, и, а также биография. Вспомнили участники мероприятия и песни, которые звучали в комедиях Леонида Гайдая. Ведь они, как его фильмы, живут и сегодня. Их поют и любят. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.